Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева, которая на фоне специальной военной операции России на Украине переехала в Израиль, зарегистрирует торговую марку «Примадонна». Как передает общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-каналы, под новым брендом певица сможет выпускать, в том числе оружие, боеприпасы и беспилотники. Кроме того, под фирменным знаком «Примадонна» смогут производить и продавать косметику, 3D-очки, а также товары для беременных. При этом отмечается, что свой бренд Пугачева планирует зарегистрировать в России, а не в зарубежной стране. Ранее бывший художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» и близкий друг Пугачевой Александр Левенбук заявил, что певица не планирует эмигрировать и скоро вернется в Россию. Как подчеркнул артист, звезде незачем уезжать навсегда, так как в России она авторитетный влиятельный человек, любимый миллионами. Алла лично пообещала вернуться осенью. «А слов на ветер она не бросает, раз сказала, значит вернется», — подчеркнул Левенбук. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!